Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мошенники звонят по телефону». Я обращаюсь к тебе, мой любимый зритель. Теперь лично ты можешь передать привет своему любимому автору. И даже признаться в любви, если хочешь. Ну или же сказать пару слов нашим замечательным подписчикам. И даже ответить на чей-нибудь комментарий. А может быть, ты хочешь обратиться к мошенникам? То запиши видео и отправь его нам на почту. Главное, чтобы видео было в горизонтальном режиме. И чтобы твое видео, так же как и мое, начиналось со слов «Вы смотрите канал, мошенники звонят по телефону». И еще, желательно, чтобы видео было длиной до 1 минуты. Приятного просмотра. Алло, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Василий. Меня Антон зовут, я специалист компании FixCore. Я знаю, компания. Какой компания? FixCore. FixCore? Вы на нашем сайте. Да, да, да. Возможно, оставляли заявку по проекту Газпром, либо жетон 10. Василий, скажите вообще, что для себя искали и что нашли? Ничего не нашел, рекламу увидел на сайте, и все. Ага, то есть интересно было посмотреть, попробовать. А вам звонили ранее специалисты? Нет, еще. Ничего не звонили, ничего не рассказывали, нет, да? Нет, нет. А у вас вообще какой-то ранний опыт был в сфере биржевой торговли? А что это такое? Смотрите, давайте вот элементарным, простым языком. Купили дешевле, продали дороже. В целом, вот слышали про акции компаний, про криптовалюту, возможно. Либо же когда-то самостоятельно меняли доллар на рубль и наоборот. Было что-то такое? Нет. Если купить доллар на дороже, рубль, продать, что? Это спекуляция вроде. Сейчас же уже, во-первых, спекуляции, мы же не при Союзе. То, что все спекулянты. Но сейчас это же законом уже не запрещено. И тем более вы работаете на понижении, на повышении. То есть вы же искусственно ничего не создаете, не цену. То есть вы работаете с аналитиком. Вот слышали про компанию «Газпром», наверняка слышали. Про «Северный поток-2» слышали? Что с ним случилось? Все хорошо, он уже запускается в эксплуатацию, уже Европа. Смотрите, Европа на фоне того, что ранее на Россию что были санкции, Европа не сотрудничала с Россией, с «Газпромом». «Газпром» это кто? Как самый это? Большой поставщик газа в мире. Как это не сотрудничала она? Смотрите, то есть сейчас они переписывают договоры. Я рассказываю просто конкретно, через договор. Украину было. А что такое договор? Северный, послушайте. Что такое договор? Я объясняю. Объясняю сейчас, давайте. Договора немножко. Я знаю, не договор. Виктор Русла пошел. Виктор Русла пошел. Смотрите, договора. Северный поток 2, вы же слышали? Хорошо, договора. Вы мне сделали. Ага. Слушайте, Василий. Северный поток 2, это газопровод? То есть это уже прямое направление с России в Европу. И сейчас после... А не было прямого? Прямого не было раньше направления? Был турецкий поток, и есть как бы. А через Украину был тоже прямой поток? Через Украину, тоже прямой был. Так а какие у нас сейчас отношения с Украиной? Какие у нас отношения? Я просто рассказываю... Украина просто не хочет брать наш газ, и сейчас попала на бабки. Замерзнут зимой. Украина? Охлып замерзнут, да, будут там сковчать от холода. Смотрите, такая Европа тоже сейчас мерзнет так же, представьте. Будет и они померзнуть, они в панике. По долгосрочным контрактам много взяли. Правильно. И вот на фоне этого акции компании «Газпром» выросли впервые с 2008 года, перешли отметку 365 рублей. То есть это то просто, к чему я говорю. И на этом можно заработать и зарабатывать. То есть если ранее купить акции дешевле, так сейчас это надо было покупать. Это их надо было раньше покупать.
Так это, смотрите, это сделки, это ж постоянно какие-то сделки происходят. Я вам не только с «Газпромом», говорю, можно работать. Также можно на валютные пары, там, доллар, рубль, евро, иена, на понижение, на повышение. Помните те времена хорошие, когда рубль был по 30 рублей? Смутно. Я, наверное, не родился тогда еще. Смотрите, вы юморист, рассказываю просто. Ну вот тогда, если бы у вас была возможность купить, сейчас у вас была бы, допустим, машина времени, условно, купить... Я бы битки купил. Битки, это я просто решил пример привести. Любой бы битки купил бы. Когда на данный момент сколько курс биткоина точно, чтобы... Не знаю. Все бы, ну, а и эти же сделки, вот сейчас один биткоин 56 тысяч долларов стоит. Я бы еще ебаксы купил. Что купили? Доллары, ебаксы. Ну, смотрите, а я вам что просто предлагаю, в целом, посмотреть нашу платформу, посмотреть торговую площадку. Смотрите, ну, я менеджер просто. Вы работаете у нас со специалистом. То есть это ваш личный специалист, который рассказывает, вас обучает, почему, что. Вы открываете, закрываете сделки. Его заработок полностью привязан к вашему заработку. То есть он зарабатывает 10% от вашей прибыли. Поэтому аналитик вот рассказывает, что как, почему акции там другие, одной компании будут расти, ну, к примеру, просто. То есть, ну, я так слышу вообще, что вы все-таки что-то понимаете, правильно? Угу. Немножко. Слышал про ебаксы, и все. Не слышал. Кенты рассказывали про ебаксы мне. Я, смотрите... Куда в целом, вот вам интересно куда? Было бы посмотреть да. площадку? Ну, у меня интернета пока нет под рукой. Что? Интернета нет под рукой пока у меня. Как я ее посмотрю? Хорошо, а как, ну, когда бы вам удобно было, я бы вам перезвонил бы, показал бы, посмотрел бы. А что на нее смотреть? Что? Что на нее смотреть, на эту площадку? Ну как, где, как зарабатывается, что зарабатывается, и там для себя принять решение. Вот вы говорите, что биткоин вы бы купили. Mm-hmm. Ну так а почему сейчас нельзя ну, приступить к чему-то, чтобы потом через 5 лет не говорить, а вот если бы 5 лет назад я бы, ну, была возможность, я бы купил. Вот у вас есть сейчас возможность попробовать и начать на этом зарабатывать. Mm-hmm. Я за. Алло. Я за. Ну. Вы на самом деле, а вы в какой сфере сам специалист? Я в сельском хозяйстве. Что? В сельском хозяйстве. Ну, тоже на всем это можно зарабатывать. А когда вот удобно будет с вами созвониться, чтобы я вам показал про платформу, рассказал, когда у вас будет интернет? Да я не знаю пока когда, через неделю. А что через неделю аж? Ну, потому что я сейчас в горах, в полях. Не знаю, когда поеду. А в каком плане вы в полях? Вы на охоту выехали? Я не знаю, просто нет, когда сезон охоты. Или где вы? Что? У меня хозяйство в горах. А что за хозяйство? Козлы, козы, овцы, бараны, волкособы. Так они сами, то есть в горах пасутся? Или как? Горы, оно интересно? Да, в горах. Не, они сами находятся. Там горные козлы. Что еще раз? Горные козлы. И козы. Я понял. Ну, а сейчас, вот, ну, в ближайшее время, то есть у вас не будет доступа в интернет в ближайшую неделю? Пока не будет, да. Ну, смотрите, в любом случае... Я только на аналитика рассчитываю. Да. На доверительное управление рассчитываю. У вас доверительное управление или что? Рассчитываю торговать на доверительном управлении. А, то есть вы хотите доверительный счет на аналитика просто, да? Ага. Я понял. Так а когда, ну вообще, когда вы хотите это попробовать? Когда будет возможность, знаете, активироваться, вообще в любом случае посмотреть площадку? Что на нее смотреть, эту площадку?
Хорошо, так давайте активируемся как-то с вами. И сделаем доверительный счет на аналитика. Давайте как-то активируемся. Смотрите, как вам это удобнее сделать? Если у вас нету сейчас доступа в интернет, если вы смотрите, ну, я просто, мы не пообщались, я вам ничего не показал, конечно. Но в целом вы видели, да, наш сайт, нашу платформу, то есть все. Mm-hmm. Понятно? То есть вам это не сильно обязательно смотреть. Со скольки вы хотели бы начать, чтобы приступить к торговле? А ваши предложения какие? Ну, просто если вы человек с каким-то опытом, ну, а у вас минимальный опыт. У нас люди, которые приходят без опыта, моя рекомендация – это всегда начинать с минимума, со $100, чтобы пообщаться с аналитиком, вообще увидеть, почувствовать какую-то доходность, чтобы компания уже показала какой-то результат вам за ближайшие там 2-3 недели, а вы уже дальше для себя принимаете решение, интересно, неинтересно, хотите работать, не хотите. Алло. Да, слушаю, хорошо, да. Ну просто что я вам скажу, вот сейчас единственный вариант, чтобы активироваться, ну вот вам бы подошло бы со $100 начать? Да, конечно. Ну, единственный вариант это через реквизиты, например. Да, вы мне пришлете реквизиты, есть, да? Вы сможете по реквизитам, то есть, но в любом случае мне надо будет потом показать ваш личный кабинет. Вам вообще интересно, где будут храниться ваши деньги, где вывод денежных средств? Конечно, интересно. Деньги обычно в банке хранятся. Ну, это безусловно, но у вас же будет свой торговый счет. А где он будет расположен? Что? Где он будет расположен? Ну так я вам хотел показать бы это. Как показать? Мне реквизиты что, дадите? Вам дать реквизиты, хорошо. Ага. Смотрите, а у вас интернета нету. Как вам лучше? Дайте вам бухгалтеру не может продиктовать. Бухгалтеру своему правильно. А, вы бухгалтеру позвоните. Вы так я должен вам тогда перезвонить. СМС-кой можете бросить реквизиты? Я могу, в целом, да, хорошо, могу отправить. У вас там, да, БИК, а у вас нет, будет что там, есть, да? Что? У вас там БИК, Корсчет, что есть? Я плохо слышу вас. БИК, Корсчет и прочее будет в этом реквизитах, да, все? Я вам все скину реквизиты. Ага. Просто, хорошо, вы так как... И когда вам будет тогда более удобно, чтобы вам перезвонили с отдела верификации, аналитики? Да не, я просто... Ну вы же мне договорчик пришлете, да? Смотрите, просто лучше всего я могу это сделать. Но вы вам мне договор присылаете? Увидеть свою платформу. Да. Договор присылаете со своей стороны? Хорошо, Василий, хорошо. Там же будут все реквизиты. Там же все реквизиты будут у вас в договоре. Верно, верно, да. А куда я вам отправлю договор? Договор или договор? Опять вы договор. Электронная почта, что у меня там указано. Так у вас интернета нету. Ну, бухгалтерше позвоню, она получит это все. А, то есть на вашу электронную почту? Да, договор только. Хорошо. Договор мне не нужен, договор мне нужен. Договор не нужен, только договор, правильно? Да. А если я вам скину и договор, и договор? Нет, я не буду такой. А вы для себя уже примете решение, что вам удобнее? Нет, договор, только договор. Договор только договор. Нужен, да. Договор не нужен. Хорошо, ну вообще не проблема. А вы работаете с Центральным банком, да? У меня просто да, счет конечно. В Центральном банке. Конечно. Единый лицевой там счет в Центральном банке. Что еще раз? Единый лицевой счет у меня там в Центральном банке. Хорошо, да, мы тоже, конечно. А вы где-то, вы тоже с Центральным банком работаете, да? Конечно. Ага. Ну, вы же наверняка видели были на нашей платформе, в любом случае должны были видеть и лицензии, и все. Смотрели же, правильно? Ну, не видел лицензий там у вас никаких. У вас есть Центробанка лицензия? Конечно. Номерочек можете продиктовать?
Сейчас, давайте я вам перезвоню и продиктую вам номер лицензии, так, чтобы вы сразу же сверили. Да, подготовлю все, наберу вас. Хорошо. Да, давайте, Василий.